I've got your picture, and I'm gonna put it in a frame. I've got your picture, I'll put it in a frame. Shucky sugar. And then if you leave town, I can see you just the same. Now if you don't want me, don't you dog me around. I know my baby thinks that all in all of me. I know my baby thinks that all in all of me. Shucky sugar. Every time she smiles, she shines her light on me. Out on the water with a blue and red light behind. A ship out on the water with a blue and red light behind. Shucky sugar. The blue light's my blues, the red light's a worried mind. Друзья, я вас рад приветствовать. Сегодня вот к вашему вниманию хочу представить акустическую систему Diatone V3000. Акустика была представлена в 90-м году или 91-м. Ну, в общем, начало 90-х, с более чем внушительной стоимостью в 450 тысяч за одну колонку. Вот, то есть это фактически у них такая флагманская трехполосная система. То есть на тот момент более крутыми были только четырехполосные вариации. Ну, типа V5000, то они постарше. Ну, я не знаю, сколько она там по времени выпускалась. В общем, это фактически, можно сказать, что последняя такая большая напольная. То есть далее V3000 сменились 20-тысячными диатонами. Шикарная акустика. Она у меня есть, я с ней знаком. Но она меньше размером. То есть это все-таки здесь размер такой вот. Ну, он тоже такой как бы немножечко mid-size. Здесь низкочастотный динамик 30 сантиметров. Вес колонки 53 килограмма. Вот, но тем не менее, если, допустим, сравнить с Yamaha 2000, ну или вот с Сцептор 5000, то есть видите, так вот более компактная акустическая система. Вот, но тем не менее, со своими основными прямыми функциями справляется. Вот, я думаю, что сначала инженеры создали, так сказать, разработку, а потом ее уже одели, окультурили в определенный корпус. То есть я думаю, что если бы нужно было большего размера корпус, они бы его сделали. Здесь вот на крыше такая панель, можно сказать, что инкрустация. Я уже не помню, по-моему, здесь это именно что, ну, деревяшки кусок какой-то засунут. То есть сама колонка шпанированная. Надо отметить, конечно, диатоны умеют делать красиво. Подиумы здесь
комплектно идут, соответственно, то есть напольного типа колонка, огромадный из чистого бора среднечастотник и также ВЧ-шка. Здесь уже используется вот материал B4C, который идет. То есть это не титан с бор-покрытием, а чистый бор. Ну, вот. Ну, более продвинутый материал. Вот. Ну и такой размер, вот такой огромный средник купольный. Он идет вот на 3000 модели и на 20000. То есть больше он нигде не встречается. В целом, да, как некоторые говорят, красивая мебель, но вы знаете, друзья, ну, я не встречал людей, которые, может, я мало знаком с людьми, не спорю, но я не встречал людей, которые покупают дорогостоящие вещи в свой дом, и им не важно, как они выглядят, да, то есть я думаю, что для большинства людей все-таки внешний вид значение имеет. И чтобы жена одобрила, да, то есть, и чтобы гости впечатлились, они у виска покрутили, да, то есть, понятно, что это все к звуку отношения мало имеет, но, тем не менее, со звуком у этой акустики тоже полный порядок. Да, это диатон, да, небольшой корпус, то есть, здесь у нас что? Здесь у нас по звуку... диатоновский бриллианс, естественно, по высоким частотам. За счет огромного среднечастотника очень открытая, легкая середина. То есть, скажем так, в сравнении с другими системами, можно так сказать, чем меньше среднечастотник, тем он, соответственно, более сфокусированный получается. То есть звуки, которые он извлекает, они, ну, более такие навязчивые, что ли, в определенном смысле. То есть это можно воспринять как большую эмоциональность, но в то же время меньшую информативность, да, то есть потому что большой динамик, он как бы, ну, я имею в виду сейчас вот про среднечастотный купол, то есть большой купол, он просто вот как бы очень легко и ненавязчиво, не акцентируя внимание на чем-то конкретном, дает очень такую широкую, открытую, воздушную картинку. То есть очень много воздуха чувствуется. Вот. Но и низкочастотное звено, то есть здесь 30 сантиметров, сэндвич диатоновский, естественно, там мощнейшая магнитная система. Здесь у меня, кстати, кому интересно, такая акустика, это не первый раз. И у меня есть видео на канале, где она в разборе, то есть там, соответственно, как оно внутри устроено. Внутри устроено все не менее шедеврально, как и снаружи. Диатон, кстати, одна из немногих компаний, которая внутри делала такое качество, которое другие компании не делали. Не буду говорить, не могли себе позволить, просто не делали. Ну, то есть... кто-то как-то что-то делал, но вот именно здесь, понимаете, здесь и литье корзины, то есть и укладка там вот этого войлока, то есть, ну, пожалуй, можно сказать, что Викторы морочились похожим образом, где-то что-то Онкио может быть, вот, но те же Гемахи, то есть там все более строго, более утилитарно, то есть... не парились, так скажем, да, здесь все так вот оно, то есть ты когда даже внутри это все смотришь, то есть качество исполнения, качество компонентов, вот они как снаружи предмет искусства, так они и внутри не менее интересный предмет искусства уже инженерного воплощения этого всего. Вот, как будто бы, знаете, задача стояла, чтобы на выставке была распиленная колонка, чтобы вот показать, какие технологии, какие материалы были применены. Вот, но, впрочем, касательно баса, что, то есть, если опять же сравнивать, ну, как минимум по ценовой категории, да, то есть вот с 2000-й Yamaha, то что можно сказать?
Здесь баса меньше, это факт. То есть здесь динамик низкочастотный поменьше, здесь корпус поменьше, естественно, как следствие, баса поменьше. Но здесь его качество, оно превосходное. То есть за счет вот этого сэндвича диатоновского, то есть это очень чистый, то есть очень чистый, очень точный бас, и он имеет определенную глубину, я не знаю, как сказать, он имеет оттяжку такую после звучия, но она без такой вот, без войлочной обивки, если вы можете понять, о чем я говорю, да, то есть вот, ну, опять же, естественно, закрытый корпус, вот. Ну, короче, не для басофилов, вот так можно сказать, но в общем и целом для всех других, то есть, в принципе, да, учитывая, что если в квартире, то есть, в общем-то, и нормально, я думаю, плюс, опять же, всегда можно где-то что-то подкрутить. Вот, чуйка у них 90 дБ, достаточно высокая, надо сказать. Да, но еще хочу сказать, что, на мой взгляд, как раз... Концептуально, я думаю, что они, вот опять же, это в 20-тысячных они воплотили, ну, то есть в большей степени проявилось. Концептуально они все-таки хотели подчеркнуть такую какую-то легкость звучания, знаете, открытость. И за счет этого они не стали лепить большой басовый динамик, большой корпус, чтобы глубины низких частот на себя не брали слишком много внимание. Ну, опять же, надо понимать, что у них были другие концептуально системы, которые, собственно, заполняли другие ниши на рынке, да, то есть вот это определенная ниша, определенная концепция, и вот она, вот ее реализация. Вот. Ну, пожалуй, друзья, я что хотел сказал. Состояние колонок, в общем-то, прекрасная, да, есть какие-то незначительные помарки, но в общем и целом, ну, очень достойное состояние, в общем и целом. Вот, так что, спасибо за внимание, может быть, мы еще другой ролик снимем, но сейчас просто вот вынужден отсняться, потому что непонятно, будет ли возможность еще снять эти колонки, и вот так. Благодарю вас за внимание. Будем завершать это видео. Take a lesson from the sea and flow free. Rock a little, roll with a punch, kick a little. Don't get stuck in a bunch. In this life, you and me, take a lesson from the trees.